Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете зарубежные новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. В сегодняшнем выпуске. Авиационные профсоюзы Италии организовали проведение забастовки. 7 месяцев протеста фермеров в Индии отметили маршами и задержаниями. Что показал эксперимент с 4-дневной рабочей неделей в Исландии? Как сообщает информационное агентство Regnum, 6 июля 2021 года была проведена 24-часовая забастовка всех работников авиатранспорта Италии. В связи с тем, что с 1 июля 2021 года в Италии перестал действовать запрет на увольнение сотрудников, участники акции требовали не допустить увольнений в отрасли, серьезно пострадавшей от коронакризиса, и ввести в отрасли ручное управление до момента выхода из кризиса. Итальянские авиаторы ясно понимают, что добиться повышения заработной платы и избежать сокращения численности персонала можно только целенаправленными организованными коллективными действиями. Поэтому объединяются и бьют по карману взорвавшихся собственников. Они ждут, когда появится заботливый директор и решит все проблемы. Берите с них пример, товарищи. Учитесь требовать и бороться за улучшение своих условий труда ради прогрессивного развития авиапредприятий в нашей стране. 26 июня в Индии фермеры провели марши протеста и передали свой меморандум губернаторам, пишет Tribune India. Меморандум включает требования отмены 3 аграрных законов и требования нового закона о гарантированной минимальной закупочной цене, сказал представитель Союза фермеров. В Дели и других городах, где профсоюзы фермеров планировали передачу меморандумов, правительством были усилены меры безопасности. Дороги, по которым двигались колонны протестующих, полиция перекрывала баррикадами, грузовиками и автобусами. Десятки тысяч фермеров из штата Пенджаб вошли в Чандигарх, прорвав баррикады полиции. Полиция встречала протестующих водометами. Фермеры Пенджаба собрались возле офиса заместителя комиссара штата Чандигарх и вручили ему меморандум. В Дели лидеры протестующих провели виртуальные переговоры с губернатором столичной территории Анилом Байджалом и также передали ему меморандум. Фермеры двигались на тракторах, автомобилях и пешком. Многие приехали на автобусах. Они несли флаги крестьянских профсоюзов и выкрикивали лозунги против центрального правительства. Местные жители устраивали временные кухни для протестующих. Марши проходили под лозунгами «Спасти сельское хозяйство», «Спасти демократию». Выступления фермеров были приурочены к 7 месяцам, прошедшим с 26 декабря 2020 года, момента начала протестов против аграрных законов и 47-й годовщине введения чрезвычайного положения правительством Индиры Ганди. Источник – информагентство «Красная весна». Фермеры Индии – настоящие герои нашего времени, у которых нужно поучиться храбрости, сплоченности и настойчивости. На протяжении 7 месяцев они не сдаются в борьбе за отмену законов, которые обрекут миллионы на разорение и голод. Им противостоит машина насилия буржуазии, которая беспощадно использует все свое могущество, чтобы запугать протестующих и подавить протест. Но фермеры не сдаются и уверенно идут вперед к своей цели. Поздравляем индийских товарищей с преодолением сложного этапа в борьбе за свои интересы и за свое существование. Сайт newsmail.ru опубликовал результаты эксперимента в Исландии. Тысячи исландцев несколько лет работали на 4-дневке. Условия были простые. Стандартные 40 часов рабочего времени в неделю урезали до 35-36 часов, сохранив при этом работникам зарплату в полном объеме. Вопреки ожиданиям, участники опыта не стали хуже работать, а наоборот, повысили свою продуктивность. Кроме того, их психологическое самочувствие и физическое здоровье значительно улучшилось. Исландские профсоюзы не стали долго раздумывать и на основании результатов эксперимента сразу же начали обсуждение с работодателем перспектив повсеместного введения 4-дневки. Более того, уже сейчас 86% работников отметили снижение числа рабочих часов или добились включения права на сокращенную неделю в трудовой договор. Комментирует эту новость заведующий кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета
профессор, доктор экономических наук, действительный член Петровской академии наук и искусств Александр Владимирович Золотов. А с вами был Денис Мозговой с коммунистическим приветом из города Ленинград. Здравствуйте, товарищи. Средства массовой информации, в основном представлены в интернете, не только в нем, пестрят сообщениями о том, что в Исландии ввели 4-дневную рабочую неделю. И само вот это положение о том, что ввели 4-дневную рабочую неделю, порождает ряд вопросов. Ну, спрашивается, ввели это, а кто ввел-то? Само, что ли, вошло? Нет, ввели. Ну, давайте разбираться, кто ввел и кто за это выступал. Вот, хотя информация достаточно скудная, но тем не менее можно выяснить, что эта мера была осуществлена под давлением исландских профсоюзов. А Исландия, как другие страны, северные, особенно скандинавские, отличается тем, что там трудящиеся организованы профсоюзы в массовом порядке. Хотя сама по себе Исландия страна очень небольшая, там 300 тысяч всего лишь населения. Итак, значит, профсоюзы ввели. И дальше возникает вопрос, что же вот профсоюзы так прямо бились за 4-дневную рабочую неделю, да, их профсоюзы, дескать, совершенно не интересовало. А сколько же каждый день будут трудиться исландские работники? То есть, можно подумать, что профсоюзы Исландии выступали за сжатие рабочей недели, то есть за то, чтобы 40 часов уложить, не в 5 дней, а в 4 дня, с тем, чтобы каждый день исландские работники трудились по 10 часов вместо 8. Вот можно так подумать. На самом деле, выясняется, что дело обстоит несколько по-другому. Но в Исландии не просто ввели 4-дневную рабочую неделю, и отнюдь не для всех трудящихся неделя стала 4-дневной, а в Исландии сократили количество рабочих часов, отрабатываемых в рамках недели. С 40 до 35 и 36 часов. Поэтому правильно было бы назвать эту меру, что в Исландии сократили продолжительность рабочей недели на 4-5 часов. Нет, значит, звучала вот эта 4-дневка пресловутая. Вот на самом деле сократили продолжительность рабочей недели. А дальше возникает вопрос. А как распределяется вот теперь рабочее время, оставшееся между рабочими днями? Вот если судить по этим информациям, значит, часть работников, речь, вероятно, идет о государственных служащих и муниципальных служащих, теперь работают 4 дня в неделю, и продолжительность этой недели 35 часов, то есть произошло, вероятно, небольшое удлинение рабочего дня. Было 8 часов, а стало 8,5 или чуть больше. Но само по себе это, конечно, не очень здорово, но это не очень заметно. Не очень заметно, когда добавилось меньше часа в рамках рабочего дня, тем более, что Исландия совсем крошечная страна, и там нет проблемы с перемещением, чтобы заехать из точки А в точку Б, как это в Москве надо, полтора часа в один конец и потом в другой конец. Там этого нет. Я думаю, там на работу пешком ходят в основном. Поэтому не так заметно. Хотя все равно это не очень здорово. Но зато появился выходной день, и значит, с семьей больше времени и больше свободного времени, времени отдыха, точнее говоря. Ну вот, возможно, что это вот добавление целого дня в результате сокращения продолжительности рабочей недели целого дня отдыха перекрывает негативные эффекты, связанные с тем, что на буднях рабочий день несколько удлинился. А для определенной категории работников, которые работают по сменам, я думаю, что это распространяется и на рабочих прежде всего. Значит, эта 4-дневная рабочая неделя вовсе не была распространена, а изменилась продолжительность смены. То есть, вот как они работали, так и работает количество дней, но каждый рабочий день стал меньше на 1 час. Плохо это? Да, конечно, это хорошо, это замечательно. Тут надо и говорить, что в Исландии у рабочих произошло сокращение рабочего дня, и причем произошло не само по себе, дескать, как, знаете, исландский там вулкан вдруг заработал. Нет, а профсоюзы этого добились. Но я думаю, что и рабочие ходят тоже в состав этих профсоюзов. Вот что произошло в Исландии. Ну и дальше, сказать, конечно, можно видеть целый ряд положительных эффектов от этого, что и в семье стало лучше, и больше детям уделяют внимание, и больше времени для общения. Все это, так сказать, совершенно естественно, с учетом того, что сокращение продолжительности рабочей недели не сопровождалось уменьшением заработной платы. Заработная плата осталась на прежнем уровне. Ну, так и должно быть.
исландские трудящиеся добились реализации закона о сокращении рабочего времени. Но мы с вами понимаем, что это, конечно, был, видимо, результат борьбы, а нам преподносит уже результат такой, что, дескать, кто-то там ввел по доброй воле. Нет, за это пришлось побороться. Ну и, как всегда, конечно, буржуазные средства массовой информации путают одно с другим. Может, это трудности перевода с исландского, знаете, это очень непростой язык. Но, тем не менее, вот говорят, что в результате такого введения, нововведения, производительность не упала. Ну, что хотели люди сказать? Вот я, если за меньшее время вырабатываю столько, сколько раньше вырабатывали, производительность тоже не упала, а производительность повысилась. Видимо, хотели сказать, что объем производства не упал. Ну, так-то и надо было говорить. То есть, для этих людей что производство, объем производства, что производительность, то есть, результативность труда в единицу времени – одно и то же. А на самом деле, это не одно и то же. Не одно и то же. Вот очень важно, что смотреть, что происходит с производительностью. Разумеется, в результате сокращения продолжительности рабочей недели с 40 часов до 35 и 36 часов производительность повысилась, потому что люди стали трудиться с охоткой, это отмечается, что отношение к труду изменилось, энтузиазм трудовой повысился. Ну, молодцы исландцы, открыли для себя то, что рабочий класс Советского Союза открыл для себя, во-первых, в 1917 году, когда ввел 8-часовой рабочий день, а потом, значит, в конце 20-х годов и начале 30-х годов прошлого века, когда ввел, используя свое пролетарское государство, 7-часовой рабочий день, и поэтому, конечно, и массовый энтузиазм был, и стрессов стало меньше. Вот все то, что сегодня для себя с удивлением открывают исландские работники, все это давно известно, все это описано, все это было проделано 90 лет назад в Советском Союзе. Вот. Ну что вы хотите? То есть социализм – это на самом деле система, которая опередила свое время, но время вот капитализма. Намного, вот на 100 лет приблизительно. Вот то, что было 100 лет назад естественным для Советского Союза, для страны победившего рабочего класса, ну то вот в новинку и как открытие для одной из передовых капиталистических стран в смысле социальных гарантий для работников современного капитализма. Ну и надо еще отметить одно обстоятельство, что вот что это вдруг так вспомнили? Эту четырехдневную рабочую неделю, якобы четырехдневную. Хотя, еще раз говорю, что здесь-то речь идет определенное сокращение количества часов за рабочую неделю. А пытается это пришить к тому, что, дескать, вот 3 года назад премьер Медведев предложил ввести четырехдневную рабочую неделю. Вот он точно. Вот Медведев-то хотел ввести четырехдневную рабочую неделю без сокращения общего количества часов, обрабатываемых в рамках недели. То есть Медведев выступал за сжатие рабочей недели с тем, чтобы теперь каждый день работники трудились не 8 часов, а по 10 часов официально. А уж что там будет дальше, ну это само собой разумеется. Ну и вот вызывает одно удивление, чтобы Медведев тогда был, Дмитрий Анатольевич, премьер-министром. А сейчас преподносит так, что, дескать, он предложил это, а вот Минтруд тогда не поддержал. Можете представить, чтобы Минтруд, который ходит под премьер-министром, ну министр труда, это величина, выше премьер-министр или премьер-министр – это выше министр труда? Ну, все тут вопрос, совершенно очевидный, и ответ на него тоже очевидный. Так вот, значит, не мог премьер внести такое предложение, которое не мог бы продавить через Министерство труда. То есть, это была просто такая вот попытка привлечь внимание, заработать какие-то очки. А вот теперь я хочу сказать следующее. Ну, вот теперь выборы накануне, да? И председатель партии «Единая Россия» господин Медведев Дмитрий Анатольевич, вот теперь можно спокойно совершенно включить это в перерывную программу свою, да, и нет сомнений, что «Единая Россия» получит большинство, и нет сомнений, что вот, используя это большинство, они могут эту инициативу провести, да, но он этого не делает, потому что на самом деле все это болтовня, и болтовня опасна для них не тем, что вот вместо 8-часового рабочего дня будет 10-часовой, а опасно тем, что вот шевельнешь это дело, и рабочие вдруг задумаются, и работники задумаются, а что у нас с продолжительностью рабочей недели, а что у нас с количеством рабочих дней, что это у нас все это застыло на точке 60-летней давности, может, какой-нибудь надо прогресс сделать, хоть какой-нибудь прогресс можно сделать. Поэтому все это предвыборные болтовня, все вот используется вот это информационное сообщение об Исландии, в пользу «Единой России». Представь себе, как вот Исландию теперь надо привести в пример, чтобы показать, какое прогрессивное предложение внес 3 года назад премьер-министр, а теперь он бывший премьер-министр. И, тем не менее, молчат о том, что сегодня никто даже это не вспоминает. Вот
Посмотрите, пожалуйста, переговорные программы всех партий. Что угодно. Вы скажете, справедливая Россия, она безусловный базовый доход. Эта мера не вредная. Хотя чисто реформистская, но я не знаю. Вот, так сказать, она не вредная, но ее никто не будет проводить. Потому что справедливая Россия большинства не получит, а Единая Россия за это не наступает. Ну, коммунистическая партия Российской Федерации вообще непонятно, с чем идет. У них все вернуть, все там восстановить. Но ничего не говорится про сокращение рабочего дня. Нигде, ни одна партия не говорит об этом деле. А вот как-то хотелось бы и на этом поле поиграть. И вот поэтому так широко теперь дают информацию про Исландию, чтобы вот исландцы, эта маленькая, но гордая страна, хоть каким-то боком пособила бы вот партия «Единая Россия», председатель которой 3 года назад сказал какую-то идею похожую, похожую. Хотя на самом деле мы выяснили, что в Исландии произошло совершенно другое, что там 4-дневные рабочие недели – это маленький кусочек, а главное, что там сократили количество рабочих часов в неделю с 40 до 35, не 36 часов. А, значит, лидер «Единой России» никогда не собирался сократить рабочий день или сократить продолжительность рабочей недели. Да. Так вот, тем не менее, надо подверстать вот этот исландский удачный опыт, который вызвал энтузиазм трудящихся и который, разумеется, вызывает сочувствие у всех работников. Ну, а работники, как ни кинь, это все-таки потенциальные избиратели. Только вот этот удачный опыт надо теперь использовать в пользу «Единой России». Вот почему, собственно, шумиха вокруг этого исландского эксперимента. Уж если вы хотите брать эксперименты, то еще раз хочу напомнить всем, что в отличие от Исландии, где было 300 тысяч населения и остается 30 тысяч населения, вот, значит, 90 лет назад была очень большая страна, называлась Советский Союз, где было 150 с лишним миллионов населения. И вот в такой стране провели сокращение рабочего дня, а значит, и количество часов отрабатывают в рамках рабочей недели. И со всем энтузиазмом, и с песнями, и песня была замечательная, так сказать, «Нас утро встречает прохлада», и песня о встречном. Вот это когда все родилось. Когда? Когда сократили рабочий день. Так вот, ну, хоть вспомните это, ну, хоть вот с памятью об этом идите тогда в нынешнюю Государственную Думу. А то, понимаешь, лучше примера, чем в Исландии, нет. Ну, спасибо, конечно, исландцам, они показали, что сокращать рабочее время можно не только в 20 веке, но и век спустя почти, в условиях, когда идет роботизация, цифровизация, каких только заций не идет, и все, так сказать, гремят о том, что какой колоссальный прогресс, что сегодня вообще мир совершенно другой, а в смысле продолжительности рабочего дня мир все уступает тому, что было 90 лет назад в Советском Союзе. В этом смысле можно поприветствовать опыт ирландских профсоюзов, ну и поприветствовать не для того, чтобы тут, так сказать, определить свою позицию по отношению к выборам, а поприветствовать для того, чтобы наши российские работники подумали, что не пора ли сделать то, что делали вот их прапрадеды уже. Ну, прадеды, в лучшем случае. И, значит, добиться сокращения рабочего дня, как они добились еще в условиях буржуазного общества, явочным порядком, после февраля 1917 года. А добившись этого сокращения рабочего дня, подумать о том, чтобы как-то все-таки не пора ли построить вот свою власть советскую через производственные коллективы с тем, чтобы, конечно, ввести уже 6-часовой рабочий день, при 5-дневной рабочей неделе это будет 3 часов рабочей неделю, ну и с тем, чтобы исландцы порадовались за российских трудящихся. Вот к этому я призываю работников. Я думаю, с этой точки зрения мы должны оценивать итоги достижений исландских профсоюзов.